В ООН отметили важность принятой в Казахстане декларации по здравоохранению. Напомню, больше 40 лет назад именно в Алматы состоялась историческая конференция ООС, на которой впервые было принято решение укреплять систему первичной медико-санитарной помощи. Принятая в 1978 году Алматинская декларация привлекла внимание мирового сообщества к комплексной заботе о здоровье человека на протяжении всей его жизни, а не лечении отдельных заболеваний. Этот подход включает все аспекты от укрепления здоровья и профилактики болезней до лечения и реабилитации. В прошлом году в столице Казахстана приняли новую декларацию. Таким образом, наша страна стала местом исторических решений по развитию здравоохранения. И это отмечают представители государств-членов ООН, которые готовятся к крупному форуму в Нью-Йорке. Он пройдет осенью нынешнего года. Каждому человеку необходимо обеспечить доступ к качественному здравоохранению на протяжении всей жизни. Здоровье относится к фундаментальным правам человека. Поэтому в цели устойчивого развития включено обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения. Важность этого была отмечена 40 лет назад в Алматинской декларации по первичной медико-санитарной помощи. А в прошлом году была еще раз подтверждена в столице Казахстана на глобальной конференции. Как известно, лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить. Для первичной медицинской помощи нужны превентивные меры.